Вот эти, да, отсутствуют здесь, накладки? Я их убрал, это просто убрал с этого, не знаю, блестяшки. Они целые? Какого вам года? 10-го. 10-й год. Вот это обломана штучка, да? Как царапин? Облачка нету, да? Ну, да, это. Привет, Данил. Привет, парень. Ух ты, крепко жмет, а? На том моменте. Так. Музыка хорошо играет, да? Да, музыка вообще хорошо, я очень много. Маленькие скольчики. Жизненные. Да, нормально это. Не закрыл, да? Все. Так, ну здесь как обычно. Это у них болячка, да. Болячка, да. Здесь, поработать с сиденьем вот тут, тут. Сто 176, 134. Ну, конечно. Пробег 176, а вообще у него 276. Лобовое трещина. Отсюда и вот до сюда. 276. А кто пробег корректировал? Не скажу. Ну, то есть, ну, да, на вашей памяти, да? Да? Так работает. А что сами, что сами скажете? Ну, нормально, я вот все вижу. Что скажете сами по нему? Ну, какие-то недостатки есть сейчас, которые вот надо устранять сейчас? Ну, как вот откроем, покажу, он там шло, это шланг. Трубка, короче, я ее починил, все нормально, но то есть ее надо лучше поменять.
Ну, да так, ну как, не знаю. В ноябре по ходовке выбил ее. Угу. Вроде как все починили. Ну там у меня рулевая рейка потекла, я не знаю. Бампера тоже покрасил, но... Ну это было в прошлом году. Ну вам нравится вообще сама эта машина как? Я вообще как вот это, она мне прям больше всего задержалась. Она такая семейная, на отдых уехать куда-то. Ну едет так ничего. Ну буквально. Коробку починили? Да, ноябрь-декабрь. 200 тысяч. 200 тысяч. Это меня, я рассказал Георгию там. Парень один. Запчасти мне продавал, коробки мои же, короче. Потом, сейчас за ними от 4 людей, в том числе от меня, прокуратура бегает. Всех покидал, так вот, кого на 100 тысяч, кого там на... Это кто? Что, что за... Там мастер, короче, он продавал наши, нам же наши запчасти, как говорится. А. Рука приключает вообще идеально. Да, хорошо вообще, ничего. Какой расход показывает здесь компьютер, где у него? Нет, сейчас тут я включу. Сейчас запомню мап. Может быть, информация? Да, информация, да. Mm-hmm. Ну это я с ними с кондюком езжу. Всегда. Лично. И это городской режим. Так, если ехать 85 км в час, показывают 4,8, 5,2. Зеленый топливо. Газ нормальный. Ну ладно. В общем, вот так едет нормально, я не знаю, там вчера. Нормально едет. Ну я ему вышлю видео. Чуть-чуть влево руль тянет. Да? Здоровье. И руль стоит, как вы видите, вот так. В таком положении, да, почти? Виталька, что-то срочно? Вот. Хорошо. Руль вот такой. Хорошо. Блядь. Что-то видно, не видно так, да? Внутри вот так слева замотано тут патрубок под замену патрубок Осмотр делает Александр. Максимум. Видимо, свежее масло еще даже. Почему? Не сильно темное для дизеля. Ну вот, следующая замена 180, 176. 176. Ну, менялось. 540. 11 месяц 19 замена была. Нормально? Такая сеточка защитная установлена. Простой вариант. Еще раз что? Рейка течет вон под генератор. Смотри. Не видно. А, ну почему видно? Там что-то видно. Ага. Что еще? Уже под ним. Поднимем, посмотрим сейчас. Итак, Pathfinder дизель
10-й год. Максимальная комплектация. Резина Pirelli. Неплохая. Сзади левое колесо Кумхо. Правая Кумхо. Задняя. И передняя тоже Pirelli. Так, по осям разная резина. Что тут? Или сальноблоки меняли, или что-то. Ну, шаровая, видимо, свежая. Видно, что еще крученная все недавно. Вот смазка еще пооставалась. В общем, здесь обслужено все хорошо, да? Нет, сейчас все посмотрим. С этой стороны, да, вверху. Это с фильтра точно, да? Да. Угу. Здесь тоже, видимо, сальноблоки меняли. Вот здесь пошатали колесо, похоже, ступицы хана. Обои. И задняя тоже, да? Задние ступицы менять надо. Менять надо задние ступицы. Вот на заднем крыле вот такая фонарь. Тяги рулевые люфтят. Ну, рейку все снимать. Рейка течет. Все надо будет поменять, да. И с этой стороны тяги? Тоже, да, то же самое. Там наконечник пыльник порванный, тоже надо будет поменять. Сальник коленвала потеет. Еще не течет, но потеет. Сальник коленвала? Да, вот, видишь, моторное масло. Ага. Коробка сухая, по коробке крепим забыто. На ходу проверить, надо будет. Крестовины не люфтят. Передний, задний кардан. Но крестовины нет уже. А, нет, вот задние выставляются. Видимо, уже меняли. Крестовины прошприцевать надо будет. Ну, я понял. Запаска. Запаска вот такая. Мысль. Доехать по трассе. А здесь что тут у нас? Тут все отлично. Я сейчас шаровую еще проверю. Ага. Так, вот. На саморезах тут. Раз, два, три, четыре. Здесь что-то вот так. Нормально? Стабилизатор чуть-чуть летит, втулки поменять надо будет. Втулки стабилизатора. Это такой. Ну так все посмотрели, да? Нет, сейчас на жопу еще. А, на жопу еще. Затку, Саня. Пока ничего. Ну, кроме вот этих вот. Ну, я думаю, ступиц, вот да? Да, болты развалины, я думаю, уже не будут крутиться. Придется срезать их. Необслуженные болты. То есть придется резать, прессовывать сайлентблок. Видишь, заржавевшие. Никто никогда не трогал их. Еще раз, колодки что? Задние есть? Задние. Колодки спереди, сзади есть, да. Задние диски, наверное, менены уже. А передние вот колодки подойдут, надо будет менять уже с дисками. С дисками. Следующая замена там с дисками с тормозными. Примерно остаток на процентов 80 колодок. А диск уже свое выработал. Да? Бортик небольшой вроде. Да нет, большой. Вот большой, да? А, ну да. Смотри, да. А так, ну, обычный подхват. Да. Нормально, да? На ходу проверьте. На ходу едет нормально. Вот еще порог слева. Тоже треснутый. Ой, а он вообще не держится, да, это все-то. Плохо держится. А ты думал, что... А, нет, подожди. Не хватает. Поехали. А ты...
Не знаю. Что, все работает? Полный привод работает. Лампочки светят по-разному. Правая тускло светит. Только когда колеса крутятся, трещит. Да. Здесь? Не хватает сразу, сами. Лейте, ты чё? Короче, как, а ну покажи, что есть звук и нету звука. Вот, вот сейчас звук. Сейчас нету звука. А когда газ удаешь, начинается снова, да? Какой-то звук есть, не поймем откуда. Оттуда звук. Не, и коробку снимали, болты не родные, видишь, длинные. Мы его болт снимали. Вот этот болт длинный. Вот длинный, вот длинный. А, конечно, снимали. А куда это? Под дом тоже переклеили. Он сделали, мотор делали что-то, да? Да, да, 100% делали. Но звук вот этот не должен быть, да? Ну нет, конечно. Смотри, на чем сейчас. Мотор полностью весь скрученный делали, да? Да, да, 100%. Все, все на герметиках, на балк, да, да, да? И прям свежа, вот только-только. Еще даже не испачкано. Вот. Профессионалы, Антон. Говорят, что мотор полностью делался. Слышь, а это не натяжитель скачет? Не натяжитель. Ну вот, звук отсюда идет, вот отсюда. Ну да, послушай, да, там, вот отсюда. С коробки, да? С коробки? Это двигатель. А, это двигатель? Да, вот так. Там с мотора идет. Саня! Потому что масляный насос, цепь масляного насоса, чтобы поменять, надо поддон снять. Потому что масляный насос надо откручивать. А лобовина? А лобовину тоже обязательно, как цепишь, не поменяешь. Потому что звездочки и цепи менялись, поэтому там все разбиралось. Дырень, да, поменяли. Поэтому мотор там разбирали, что-то меняли звездочки и цепи. Поэтому мы снимали там. Что тут проб тут поменяли, да, вот этот, добавили. Аккумулятор стоит наоборот. Нормально покажи. Да, вот. Ну вот прибор, что. Крыло. Болты крученые. А нормально показывает, ну не крашеное показывает. Ну оно такое здесь, как будто бы его давнее, давнее крыло, скольчики на нем все. Ну не знаю, причин много может быть. Вот поворотик тоже. Собственник автомобиля, ну, удовольствием разрешил выложить об автомобиле свою информацию. Вот.